Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные помидоры без ничего. Это самый простой и быстрый рецепт консервации томатов. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем горячие стерилизованные банки любого размера, насыпаем в каждую от 5 до 10 горошин черного перца, бросаем по одному лавровому листу и наполняем доверху помидорами. Стараемся уложить их как можно плотнее. Дальше заливаем томаты крутым кипятком. При этом воду обязательно замеряем, чтобы знать, сколько понадобится маринада. Банки сразу прикрываем крышками и даем помидорам пропариться примерно 15 минут. В это время готовим маринад. Наливаем в кастрюлю нужное нам количество чистой воды, доведенное до значения кратного 1 литру. Затем добавляем туда из расчета на 1 литр 30 граммов соли, 100 граммов сахара. Размешиваем. Прикрываем крышкой и ждем, пока закипит. После закипания вливаем на каждый литр маринада по 60 мл 9% уксуса. Дальше оставляем рассол на самом минимальном огне. С помидоров сливаем воду. Сразу заливаем томаты кипящим маринадом. Закатываем и переворачиваем. Когда все банки будут закрыты, накрываем их чем-то теплым и даем в таком состоянии полностью остыть. Вот и все. Очень вкусные помидоры на зиму без ничего готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Для наполнения литровой, 1,5-литровой и 2-литровой банок мне понадобилось 3 килограмма 300 граммов небольших помидоров и 1 литр 800 миллилитров маринада. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.